Сегодня в Чебоксарах на территории научно-производственного объединения «Экология» рядом с деревней Пихтулина произошел пожар. Причины возгорания уточняются. Столб густого черного дыма был виден за пару километров. Огонь охватил две емкости с мазутом. По данным Центра медицины и катастроф, пострадали два сотрудника предприятия, одного из которых госпитализировали с отравлением продуктами горения. МЧС Чувашии заверяет, угрозы здоровью населения нет.